Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Кыргызской республики Сооронбаем Жээнбековым. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в рамках международных организаций. Сооронбай Жээнбеков поблагодарил за теплый прием и отметил дружественный характер межгосударственных отношений. Мы очень рады вас видеть. Отношения между Казахстаном и Кыргызстаном носят дружественный характер с точки зрения институционализации, так сказать. Нет такого примера в отношениях Казахстана с другими странами, как, например, создание Межгосударственного совета, Межправительственного совета, Совета министров иностранных дел и так далее. То есть у нас очень много создано таких институтов, которые позволяют говорить о том, что отношения между нашими странами являются высшим приоритетом. Я настроен абсолютно положительно на то, чтобы иметь и достичь конкретных результатов, и хотел бы вас проинформировать, что буду делать все возможное. Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Казахстаном, соседом, который ближе дальнего родственника. Сегодня проводится работа по реализации межправительственной дорожной карты. Приглашаем вас посетить Кыргызскую республику с визитом. Редактор